Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Парватти, 11 век, бронза 53×21×16. Перед зрителем индийская скульптура богини Парватти. Она считается одной из жен Шива, его ипостасью женской творческой энергии. В 13 веке данная бронзовая статуэтка была частью целого пантеона, который предназначался для размещения в храме. Парвати – реинкарнация Сатти, первой супруги Шивы, совершившей самоубийство, чтобы спасти честь мужа. Она является покровительницей домашнего хозяйства, материнства, брака и семьи. Именно Парвати пробудила в Шиве любовь и сострадание к человечеству. Также благодаря богине этот некогда аскетичный и стоический бог стал патроном музыки и танцев. Интересно, что следуя сложной системе индуистского воплощения, Парвати, традиционное божество добра, имеет и другую, более суровую ипостась, кровожадной и устрашающей Калли. Богиня, представленная в традиционной позе Трипханга, трехчастный изгиб тела в коленях, талии и шее, распространенный в скульптурах Азии. Стоит обратить внимание на орнаментальный ритм складок одежды. Парвати опирается на цветок лотоса, что символизирует ее святость. Ну вот такое описание нашел к скульптуре из бронзы 11 века Парвати. Индийская скульптура богини Парвати. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».